Поклонники тихой охоты вышли на лесные тропы. Правда, пока без особых успехов. В руки идут разве что маслята. Грибы только пошли, но они еще не выросли. А вчера здесь было очень много машин, видать, что собрали. Обычно богатые грибами губинские леса после засушливого лета и холодного начала осени не радуют уловом. Хотя опытные грибники все же умудряются приносить полные корзины. Найти место – это большое дело. Вот я, допустим, у меня есть, если место, я ему никому не покажу. Не желая возвращаться с пустыми пакетами, многие грибники углубляются в лес и, бывает, теряют ориентиры. Каждый год в лесах Орехово-Зуевского округа находят десятки потеряшек. Слекино у нас заблудился один дед, ему уже было, наверное, 70 с лишним. Я пошел, я знаю приблизительно, где они, чего за грибами когда ходят. Я пошел, смотрю, что-то шевелится, подхожу точно, он весь оборванный, мокрый как это. Я его вывел и довез до дома. Во Всюнинском лесу женщину с ребенком и собачкой вывели в 2 часа ночи. Я охотник сам по себе. Было уже, позвонили, было 12 ночи. Начал стрелять, думаю, поймет человек, что ее ищут. И действительно, слышим, далеко. Она зашла между двух канав такие с водой, не перейти их. Специально для заплутавших лесничие устанавливают в чащах вот такие скамейки. Заблудился человек, подошел, поглядел. А Лекино Дулево это в ту сторону, Губино в ту сторону, Язвище в ту сторону. Есть направление, он, значит, выходит на дорогу и пошел. Если вы поняли, что заблудились, без промедления набирайте 112. Только за прошедшие 10 дней сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы округа смогли спасти 17 человек. Если телефон у вас, смартфон имеет функцию подключения к интернету, то оператор вам посылает смс-ку. Вы ему отвечаете на эту смс-ку, и он уже знает точные ваши координаты. Соответственно, уже спасателям будет искать по этим координатам вас проще. Отправляясь в лес, возьмите с собой необходимый набор. Первоочередное – это иметь полностью заряженный мобильный телефон, иметь спички, элементарно ножик, быть одет в яркую одежду, не в камуфлированную под цвет леса, а наоборот в яркую одежду, чтобы тебя могли увидеть. Сообщить своим родным, близким, знакомым, куда ты пошел, во сколько планируешь вернуться. На следующей неделе обещают потепление. И есть все шансы, что в лесах наконец объявятся благородные грибы. Если вы тоже соберетесь на тихую охоту, позаботьтесь о своей безопасности.